В Сургуте открылся офис регионального отделения «Красный крест». В нем оборудованы учебные классы, где будут проходить практические занятия и встречи с психологами. Организация реализует программы, направленные на поддержку людей с тяжелыми заболеваниями, тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию в связи с военными действиями. Жители Донецкой и Луганской народных республик получат в этом офисе продуктовые наборы. Сейчас нам объявили, что будет выделено 100 ваучеров на наш регион. Это денежные ваучеры в размере 5000, которые мы можем выдать нашим переселенцам определенных 5 категорий для оказания помощи и так временной поддержки.